Исторический максимум для Дагестана – 1209 мегаватт составило суточное потребление электроэнергии в регионе. Это, а также износ сетей и аномальная жара стали причинами технологических нарушений в регионе. Они зафиксированы на подстанции Ярыксу в Хасавюрте и в нескольких районах Махачкалы. Дагестанские энергетики уже восстановили электроснабжение потребителей Хасавюртовского района по резервной схеме. Параллельно в муниципалитете идет установка нового трансформатора 25 мегаватт взамен поврежденного. Уже введен в работу более мощный трансформатор в 40 мегаватт на подстанции Приморская для повышения надежности электроснабжения редукторного поселка Махачкалы и городского микрорайона Пальмира. Энергетики просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и экономно потреблять электроэнергию, по возможности не включать несколько электроприборов одновременно. Отмечу, волна отключений накрыла сразу несколько российских регионов. Так, в Ростовской области из-за жары частично ограничили подачу электроэнергии. Самая напряженная ситуация наблюдается в Таганроге и в Неклиновском районе, где на ЛЭП из-за чрезмерной нагрузки произошли аварии. А в Краснодарском крае без света остались порядка 700 тысяч граждан. Из-за сильнейшего ливня с ветром отключены более 100 трансформаторных подстанций.